Куда едешь? В деревню. Операция у нас сегодня проходит от двухколесной техники. Первый, да? Я купил. Это глаза красные. А? Это глаза. Так, водительское есть у вас? А? Водительское есть? Не, пока нету. О, что нету? Паспорт с тобой есть у вас? Паспорт дома. Далеко живете? Да вот, в деревне. Нет, в деревне. На паспорт у него. Ну вот мой, возьмите. Зачем мне ваш? Мне нужен паспорт водить. Так он водить. Далеко от деревни, я в секунду не пойду. Что ж ты без документов не едешь? Видишь, я встретил жену только. Вот можно было на велосипеде приехать. Только встретил. Это моя вина, извините. Нет, это вина водителя. Он ответственное лицо, он управляет, он переводит, через шлем вас переводит. А раньше-то ничего. Анатолий, зачем выпивали до этого? Ну, пивка чуть-чуть. Запрещено правилами было. Вот, минут, третий. Тем более, подвергаете опасности состояния. Ну, больше не пьешь. Ну, не в детском сяде, взрослый, а. Ты что, разное бывает? Нет. Кто может быть забродившая? Да. Я сегодня жену встретил. Вот. Встретили, да? А водительскую стоянку имеете вообще? Водительскую. А почему управляете? Когда я покупал, ему сказали, а что при мне. Вот когда я покупал. Когда вы покупал? Вот. Там, в 2014 году? Да, да, им сказали, он спросил, нужны права. Говорят, сказали, не надо. А сейчас представляете, нужны. А сейчас я нужны. Ну, да. Знаю. Незнание закона не освобождает от ответственности. Это знание запросто. Я не знал. Не знали. Вот эти я вам рассказываю. Но мы больше может, не будем. Может быть, я верю. Я верю. Как мы говорили Марье Ивановне в садике, мы больше не будем. Мы больше не будем. Марья Ивановна нам верила, а мы продолжали. Больше не знаю. Конечно. Поэтому пройдемся в патрульный автомобиль. Патрульный автомобиль для оформления. Конечно. Ну, где рождение, я не буду. Ну, понятно, сейчас проверим немножко, насколько немножко. Сами алкогольной пьяни ходить будете? Будете? Скажите, да, буду или нет? Ну, точно. Роман скажите. Александрович, надо конкретно, либо конкретно да, либо нет. Скажите, будете? Вам задан прямой вопрос. Ну да. Товарищ Митрий, слышали, да? То есть, Роман Александрович... Вообще, ты согласился протест да. Не на месте. На месте согласился протест. Вот чисто муштук, новый муштук, видите, вскрываем при вас. Дуйте, не прерывайте, дуйте. Дуйте. Достаточно. Держите тоже. Я, в принципе, то, что вы показали. Я пиво выпил.